Всем привет! Сегодня я делаю химчистку Лада Калина 1. Этап 1. Наносим химию, даем поработать около 5 минут. Затем трем щеткой, либо меланиновой губкой. После чего убираем химию влажной микрофиброй. Затем после влажной микрофибры берем сухую и вытираем все насухо. В конце каждой химчистки я буду выкладывать до и после, чтобы увидеть разницу. Переходим к торпеде. Наносим немного химии, чтобы не залить электрику. Наносим химию, даем поработать 5 минут. После 5 минут начинаем работать щеткой, либо меланиновой губкой. После чего взбиваем все хорошо тонатором. Щели, электрику, воду ставим на минимум. Затем убираем все сухой микрофиброй. Thank you.
С рулем все так же просто. Наносим химию, даем поработать 5-10 минут и начинаем тереть ее меланиновой губкой, либо уже щеткой. В данном случае у меня щетка. После чего пробиваем все торнадором, убираем все микрофиброй. Здесь я разделил на две части кармашек от бардачка, чтобы увидеть разницу. Также наносим химию, даем поработать 5 минут, затем начинаем работать четкой либо меланиновой губкой и убираем все влажной микрофиброй, после чего сухой. Вот на данном этапе я пытаюсь показать вам разницу. Она не особо видна, так как свет не особо хороший и начинает все заблескивать. С левой стороны видно то, что чисто, а с правой стороны видно то, что грязновато и темнее пластик. Снимаем кресло для удобства, начинаем наносить на них также химию, даем им поработать этой химией, затем работаем щеткой, затем уже промываем хорошо эту химию экстрактором. We'll be right back.
данном моменте я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки вверх, комментируйте. В конце данного видеоролика я еще выложу фотографии, на которых будет видно до и после. Всем удачи, всем пока.